Чебоксарах прошел благотворительный концерт в поддержку бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Организатором мероприятия выступил Чувашский национальный конгресс. Над тобой пусть светит солнце, Россия. Среди зрителей в основном жены, родители и родственники тех, кто попал под частичную мобилизацию. Здесь вот в Чувашской республике у меня работает и сын, и живут внуки. Вот, а один внук, младший, он, значит, добровольно ушел служить на Украину. Мой сын в батальоне «Адель» служит. Он с добровольцем пошел в июле месяце. Он знает, что мы здесь, на концерте. Очень красиво, очень молодцы, конечно. Она частенько такие концерты. В любые сложные времена наш народ сплачивается. Во все времена наш народ не оставался в стороне от своей армии. Всегда по мере возможности оказывал поддержку. Людям, которые сюда пришли, хочется поблагодарить за то, что они участвуют. То, что они пришли, это уже они помогают нашей армии. Мы тоже, артисты, не остались в стороне, как это наша общая работа, это наша общая поддержка нашим ребятам, землякам. Также большую поддержку бойцам оказывают женщины – мамы, жены, сестры. Во все времена они были опорой и тылом для мужчин. Когда мы берем на руки младенца, мы просим у Бога, чтобы он был сильным, крепким, надежным и, конечно же, защитником, мужчиной. Конечно, сегодня очень сложно родителям, женам, сестрам, да и всем нам нелегкое это время. Мы что может делать женщина? Она соберется, все силы свои соберет и поможет мужчинам стать крепче, сильнее. Наши солдаты всегда отличались мужеством и отвагой. И сейчас наша поддержка очень для них важна. Милена Алексеева, Алексей Енекин, Артур Галкин, Республика.